Как же так вышло? Это наш дом! Египет! Наша страна! Богатство для всех? Хлеба у нас нет! Наши дома сожгли, землю отняли! Что мы теперь будем есть? Пока греки говорят о богатстве, Египет голодает! Греки жиреют и богатеют, а мы голодаем! И податей с нас берут больше! Как же так вышло? Это наш дом! Египет! Наша страна! Богатство для всех, говорите? Ну, и где оно? Где порядок и процветание? Все только для греков, а египтянам ничего! Новые законы греки пишут для себя. Богатство для всех? Хлеба у нас нет. Наши дома сожгли, землю отняли. Что мы теперь будем есть? Пока греки говорят о богатстве, Египет голодает. Фаюм – наш дом, но все лучшее теперь достается грекам. В некоторые лавки египтян вообще не пускают. Богатство для всех? Хлеба у нас нет, наши дома сожгли, землю отняли. Что мы теперь будем есть? Но я говорю правду. А ну молчать! Как ты смеешь? Жрец, что сделал этот юноша? Тебя это не касается. Уходи. Мальчишка получит по заслугам. Себек мой бог! Себек мой бог! Я его раб! Эй, в чем твоя вина? Я перевозил золотые статуи Себека в Крокодилополис. Мой корабль пошел ко дну у маяка. Я чуть не погиб. Статуи пропали? Я их не крал. Тихо! А ты назад, отребье! Эй, не угрожай мне. Я Меджай. Если он говорит правду, я найду статуэтки. Если лжет, делай, что хочешь. Нужно осмотреть Октарему. Украсть у бога тягчайшее преступление. Наказание за такой проступок должно быть суровым. Себек быстро карает беззаконников. Нечестивцев ждут лишь страдания. Всем пора усвоить урок. Себек настигнет каждого, кто поддался пороку. Бойтесь! Клятва преступники получит свое! Так, убить капитана. Найти то, что надо. Слитки, статуэтки, сокровища. Можно... Кто-то увидел, кто? А вот идет шляпка. Тебе конец. Этого пришлось быстро. Змеи еще, да? Как обычно. Да даже с того корабля даже. Нет.
графит. Переписка между своими. Так, вот статуя. Золотая статуэтка Себека. Себек. Красивая. Мальчик не врал. Ну как, оболгали? Так, осталось теперь... Это не корабль, я так понял. Припрятали. Золотая статуэтка Себека. Красивая. Все, как сказал мальчик. Надо вернуть золотые статуэтки Себека жрецу. Не пугайся. Это добрые люди. Давай к берегу вези. Себека един для всех. Даже жрец понесет наказание. Близок час суда. Пусть этот пример научит вас смирению и благочестию. Судьба этого юноши пробудит в нас праведность. Загляните в себя. Жрец, я нашел твои статуэтки. Мальчик не врал. От этого мальчишки одни неприятности. Его ждут наказания за нерадивость. Жалкий трус, прикрывшийся маской жреца! Ненавижу маски. Не лезь не в свое дело, чернь! Убирайся в свою пустыню! Так, надо этого жреца... Жреца наказать как-то. Я Меджай, бесчестный пес! Здесь власть у меня, Меджай. Стража! Мальчишку искалечил. Что ж такое? Стражу позвал. Зараза! Ух ты. Мы тоже кое-что имеем. Куда? Ты потерял свою власть вместе с маской, жрец. Пусть Дуат примет тебя. Деятель. Как быть дальше? Культа. Рами меня не примут? Себек оставил золото тебе. Можешь вернуться в храм или к семье. Решай сам. Да хранит тебя Себек. Что бы ни делал, не прячь лицо. Жрецам Египта давно пора снять маски. Так, идем дальше, подписываемся. Ставим комменты.